Всем привет, ребята! С вами я, Гриша, и сегодня у нас очень интересный обзор, а именно обзор Лего Майнкрафта «Пчелиный коттедж». Я очень долго ждал этот набор, хотел давно этот набор, но пришел он мне очень быстро, так как мой папа ехал в Турцию и там его купил по очень дешевой цене. Давайте уже распаковывать его. Я не хочу портить коробку, так что буду открывать ножом из Икеи. Кто понял, тот понял. Отзовитесь, подписчики Шира. Так. Опа. Для начала давайте коробочку посмотрим. Тут у нас показывается то, что можно снимать крышу дома, крутить пчелок. Не знаю, просто играться и бить злых пчелок. Ясно. Очень дружелюбный набор. И тут показаны все фигурки. Вот эта фигурка, кстати, очень крутая. Я не очень люблю мобы дома, но вот этот дом-моб реально классно выглядит. Только я бы не сказал, что это прям коттедж, так как максимум человек может поместиться один. Так, мне, кстати, очень интересно, извините, что такое долгое вступление, мне очень интересно, что это за деталька такая. Так, я, похоже, не до конца его открыл. Сейчас высыпем все детальки. Так, аккуратненько. Хоба. Пакетик раз, пакетик два и инструкция. Так, вот такая красивенькая. Так, давайте пролистаем немножко. Тут у нас сборка, нет никаких историй. Вот, мне нравится такая тема в наборах, то что показывается протяжение линии такой, протяжение сборки. И тут такой человечек ходит. Так, что у нас тут на первой страничке? Вот такое приложение Lego Builder. Рекламка такая и просто картинка. Что ж, ознакомились с пакетиками. Хотя, подождите. О, кстати, вот эта деталька, смотрите, красная. Это просто деталька получается, два пина. Высотой. Прикольно. По-моему, раньше ее не было. Так, первый пакетик и всякие пластиночки и пины. И второй пакетик тут в основном кубики. Просто что-то так правильно упаковывать. Что ж, приступаем к сборке. Так, ребят, я собрал набор, и что я хочу сказать. Набор реально очень крутой. Как по деталям, как просто красивый набор на полочку. Во-первых, по деталям. Тут очень много вот таких вот тайликов. Вот таких вот желтеньких. Вообще много желтых кубиков. Немного вот таких кубиков есть. Пластин просто очень много, прям уйма. Это реально хороший набор для старта Майнкрафта. Типа, если вам нужен какой-то домик или нужно вам на детали, чтобы построить мир. Давайте по фигуркам. Во-первых, вот такой вот зомби. Малыш зомби. Ну, в принципе, как обычный. Я имею в виду, как обычный малыш зомби. Такой уже встречался несколько раз. У меня он уже третий, вроде как. Поставим вот сюда. Потом пчелки. Вот такие вот тут крутятся. Выглядит максимально обычно. Просто вот такая вот пчела злая.
Так вот летает она. И пчела добрая. Вот. Абсолютно обычная пчела, похожая на свою версию из Майнкрафта. Фигурка. Во-первых, из аксессуаров. По-моему, это первый раз, когда в Лего Майнкрафте появилась мотыга. Это очень хорошо. Во-вторых, фигурка. Она просто шикарная. Это игрок, который как бы в костюме, в кигуруме таком медведя, который объелся меда, вот лапу засовывал свою в банку меда и кушал. Вот видите, вся ручка у меня в меде. Мне реально понравилась фигурка. Вот, прикольно детализирована, куча всяких моментов интересных. И у него в руках мотыга. Это прям, знаете, такой мишка-фермер прям. Типичный. Тут также есть редисочка, дерево. И, собственно, все. Теперь переходим к главной части этого набора. Сейчас поставим. И это дом пчелы. Он просто шикарный. Во-первых, по деталям тоже скажу. Уже говорил, куча кубиков. Во-первых, вот такие классные, прям тут 12 вот таких вот тайлов прозрачных. Конечно, они спином, но все равно это очень редкая деталь. У меня вообще не было их на самом деле. Потом пластины тоже говорил. Тоже черных деталей тут нормально, таких кубиков. И, собственно, все. Тут есть маленькие еще тайлики такие, но их не супер много. Давайте перейдем к внутренней части дома. Сразу скажу, снаружи он реально выглядит круто, прям как пчела. Ну, собственно, она и есть пчела. Переходим к внутренней части. У нас тут есть свечка, почти догоревшая, какое-то зелье. Желтый, я, честно, давно в Майнкрафт играл. Хотя, не, недавно, но зелье там давно варил. Я не помню. Подскажите, что это за зелье? Точно не прыгучести, потому что я помню, что оно зеленое. Невидимости было, по-моему, такая сероватая. Ночное зрение и дыхание было просто синенькое. Так что, а исцеление красное. А что вот это вот, я не знаю. Дальше медовая сота, которой, походу, и обожрался наш медвежонок. И, собственно, все. Да, набор небольшой, но это реально очень классный набор. Если вы хотите что-то очень красивое на полку, если вы просто хотите поиграть, потому что тут есть игровые функции, вот эти вот, например, пчелки, летающие вокруг дерева. Нужно просто поиграться, типа, за игроком бежит пчелка злая и укусила там его или еще что-то. Там, не знаю, бьется он с зомбиком вот этим. Либо наоборот, там, дружит с ним, хотя это невозможно для Майнкрафта. Но все равно. И еще запасные детали. Во-первых, из главного сменные лица для пчелок. Одно злое, другое доброе. Вот. Блин. Вот. Сменные лица. И остальное просто по мелочам. Всякие детальки. Так, что сказать. Набор реально очень крутой. Советую его брать. И, собственно, все. Спасибо вам большое за просмотр. Всем удачи и всем пока. Так, ребята, не переключайтесь. Это очень важная новость. Следующее видео выйдет, как только это видео наберет 10 лайков. Будет обзор вот этого крутейшего набора. А потом, когда этот набор наберет уже 15 лайков, будет обзор вот этого крутого набора. Что ж, ребят... Еще раз всем пока и всем удачи!